Иван Иванов, вы пользуетесь готовым покупным картоном или сами грунтуете? Если своими руками, то какая технология? Я покупаю негрунтованный картон в передвижнике, Иван. Режу его на куски. Вот он не так. Да, не грунтованный, да. Я его с двух сторон проклеиваю. Проклеиваю жидко разведенным ПВА. Все-таки ПВА – это современный материал, который хорошо используется, уже зарекомендовал себя на протяжении десятилетий в строительстве. И антигрибковые присадки там существуют, добавляются. Если недостаточно, но мне кажется, все там достаточно. Мы раньше добавляли нашатырный спирт немножко, чтобы, наверное, против плесени. Так вот, и значит, да, клеем ПВА, да, проклеиваю, клеем ПВА разведенным жидко. Вот один раз проклеил с этой стороны и с той стороны, и потом с одной из сторон я покрываю водоэмульсионкой. Водоэмульсионная краска, сейчас она называется водно-дисперсная. Покрываю пару раз. Попробуйте. Ну или акрилом можете покрыть, это уже на любителя. Я люблю водоэмульсионку. Эмульсионный грунт, он какой-то такой мне близок. Ну и что? По-моему, на картонке вообще, даже если вы ПВА прокроете, на картоне писать очень комфортно. Но комфортнее, чем на холсте. Потому что вот он в достаточной мере в себя тянет масло из краски. И следующий слой он прописывается уже почти по-сухому. Ну, конечно, не по-сухому, но все-таки не смешивается. Если вам эта техника интересна. Многие любят размазывать, списывать слои предыдущие, последующие. Применяют даже льняное масло для этого. Я в этом смысле не использую сторонник того, чтобы не использовать вообще льняное масло. И использовать в качестве моющего материала только... Ну, слабо пахнущие растворители, просто мою в нем кисточки. Иногда просто окунаю, чтобы пожиже и чтобы потекло все так вот. Или первые слои я прописываю довольно жидко. Ну, вот так, попробуйте. Мне эта техника нравится.